привет, у нас 5 утра, и мы снова в пути. Едем на север. Сегодня мы находимся на Georgian Bay. Мы приехали зарентовать лодку и поедем попробуем порыбачить. Вот ждем, пока они откроются. Вон там вон наши лодочки стоят. Вот такие дела. У нас сегодня произошли некоторые перемены в наших планах, потому что то каноэ, которое мы хотели зарентовать, у нас не получилось. Нам не дали его спустить с того места, потому что сказали ветер. Мы разочарованные поехали искать какое-то место, чтобы порыбачить с берега. Но место мы так и не нашли, потому что здесь везде private места, и к берегу особо не подъедешь. Слава богу, мы тут встретили одного мужчинку, который держит марину, и у него несколько лодок есть, вот рыбацкие лодки есть на газовых моторах, и мы решили все-таки к нему подъехать, и вот мы на рыбацкой лодке, первый раз, с новым опытом нас, итак, будем надеяться на большую рыбу. Ну вот с поклевкой, наша первая рыбка на сегодняшний день. Давай, ищи, ищи. Стоп. Ищи. Ищи. Вот наша вторая басиха или басик. Вот. Все-таки поклевочка здесь есть. Ну и вот она, красавица. Вот тебя-то мы как раз и ждали. И счастливое лицо рыбака. Где она там? Ну. Вот так вот и сидим тихонечко. Иногда клюет, но сейчас к полудню поклевка немножечко утихла. Вот, поймали мы пару рыбок достаточно хорошего размера. Одна ушла у нас. Вот, так что надеемся, что еще что-то будет. На сегодня еще одна такая средненькая. На жарочку. Вот. И счастливый фейс очередной раз. Да, Вадим, сколько раз торкали за спинку. Вот наш сегодняшний улов. Есть пара приличных рыбок. Пару мы за маленьких забрали, потому что они заглотнули и крючки, и жить уже, соответственно, не будут. Поэтому лучше забрать. Ну, все, отправляемся домой. Вот такая вот у нас сегодня была рыбалочка. Georgian Bay порадовал, конечно. Вначале у нас был такой небольшой казус с лодками. Но в конце концов мы порыбачили от души. Возвращаемся домой усталыми, но счастливыми. Будем готовить рыбку. И всем пока-пока. Увидимся в следующий раз. Скажи пока. Пока. Thank you.